Еду в маршрутке. Здравствуйте! Сегодня я нахожусь в районе Еревана, который называется Зайтун. Этот красивенный парк в этом районе называется Ерас парк. Я сюда приехала к своей подруге Оле, которую вы тоже видели на видео. Сижу в очках, потому что офигенно блестит солнце. Я сегодня ехала в маршрутке и снимала вам немножко смешилки, я там подглядываю, как за людьми. Честно сказать, что в транспорте я сейчас редко езжу, потому что здесь достаточно доступное такси, правда. И могу, ну, комфортнее все-таки на такси ездить, правда? Ой, простите, я выключусь, ко мне Оленька звонит. Мы обязательно включимся еще. Покажу вам парк и как. Ну, мы гуляем сейчас по парку, который называется как? Ерас парк. Ерас парк. А что в переводе это значит? Понятия интересно. Не имею. Но парк мы, да, но здесь, наверное, вот такие вот лампочки, наверное, вечером очень красиво. Там вот есть кафе. Вот там сейчас я увеличу. Вот этих вот столиках мы сидели с Олей, пили там кофе. Еще вот закрытая территория. Там тоже деревянная кафешка и для детей. И вот кафе. Здесь много кафешек для детей. Вот здесь моя красавица, подруга. Она здесь живет. Пригласила меня погулять. Прям в парке, да? Ходим, гуляем. Что за озеро? Слушай, оно красивое, слушай. Здесь, кстати, лебеди плавают и уточки. Особенно вечером. А что, они днем? Где они днем прячутся? Не знаю, спят, наверное, отдыхают. Смотри, тоже кафе. Что это за... Класс! Стреляли в тир. Кстати, я люблю. Я люблю тир. Какие маленькие домики. Классно. Да. Детские кафе. А что, нам нельзя? Kids. Ну, я же думаю, что наша тельце туда... Мы можем туда только наполовину зайти. Только голову засунуть. Прикольно. Здесь, наверное, еще ничего не плавает. Вот нету таких летом... типа может, надувные. А, надувные плавают, да, люди катают. Водичка. Мутная какая. Вон те домики тоже прикольные, да, они открываются. Разноцветные. Тут детки. Прикольная кид-зона. Я представляю, как вечером эти фонарики светятся. Очень супер красиво. А тут тоже вот деревянная кид-зона, Оль, вот то. Это деревянное, это кафе зимнее, по-моему. Там ага. Же, чай, кофе. Прикольно. Смотри, как интересно сделали мостик, как будто бы под воду уходит. Смотри. Круто! Я только заметила. Вот эти две части разделенных, и оно как будто под воду, да. Забавно, правда. А вечером все это представляешь, горит. Ой, все ну, фонари, вечером. Все домики, все горит. Боже, какая прелесть! Восхитительно. Прикольно. На нет, а что ты хотела? Иди на мостике, я тебя сфотографирую. Знаешь, как красиво? Да я хочу, чтобы темно. Я думаю, может быть, мы обратно приедем. Я с тобой приеду обратно, чтобы Соко отсюда забрал. Сейчас мы снимем. Снимем. Да. О, смотри, закрыто. А с той стороны открыто. Да, может, мы кружочек обойдем. Закрыли. Может, ты сломался просто? Может, там немножко не держит. Красиво, наверное, еще когда летом жара прядом возле воды, да? Да. Знаешь, тут... Вон, а, вот, да, сейчас мы снимем их. Слушай, а тут не хватает еще фонтана. Да. Знаешь, вот серьезно, здесь были среди озера какой-то фонтан поставить. Или там, возле парков, туда возле более кафешек, точнее. А это что за будка серая, знаешь?
Наверное, куда подсобное помещение. Гуси-лебеди, га-га-га, есть хотите, да-да-да, хлеба с маслом, нет-нет-нет, а чего, конфет. Ну смотри, что-то булькает, видишь? Может, рыбка. И этот воздух впускает должна рыба. Ну хотя, может, там какие-то другие животные завелись. Не видно. Не бачу. Не бачу это по-украински. Не бачу. Птичка ходит. Смотри, какая-то, что за птичка? Какой-то воробей странный, но то не воробей. С таким длинным. Синичка, да, что-то похоже. Ну, я представляю, как эти лампочки горят, мне уже прикольно. Да, очень красиво. О, смотри, местные парни. Не местные. Ты прикалываешься? Заезжу. Ну что, их судьба сложилась, как и у нас. Может, даже лучше, чем у нас. Кстати, сниму сейчас вон, увеличу уточек. Поплыли себе черные, белые, серые. То, походу, простые утки, да, и гусь какой-то. Ну, тут не лебедь, не. Смотри, видишь, вон луна видна? Уже. Да, видно. Боже, вам видно или не видно? В горах, может, близко к луне. Уже луна, 4 часа вечера. Видите, просветливается. Прикольно. Мы живем почти на луне. Забыл. Ну вот и мы, звезды экрана. Сейчас покажу. Оля выше меня, я карлик. Принимаем солнечные ванны. Угу. Как хорошо. Сегодня у нас какое число? Понятия не имею. 16 или 17? А, 17 октября. Прикиньте, мы ходим. Кстати, вот Оля вообще в сеточке. Ой, я не вижу, куда ставить селфи и палку, честно сказать. Солнце слепило в глаза. На нас все зрители, что мы ходим с палкой. Оля. Ладно. Кто-то вообще на лавке спит и на месте. А, ну да, есть такое. Кстати, знаешь, как еще удобно вот так палку делать? Да. Чикули! Кто? Чикули. Это Гаура Витисян, ты что, не знаешь, она говорит? Мои чикули. Чикуля. Чикуля, красотой. Ну ладно. Мы пошли. Сейчас мы, знаете, куда мы сейчас пойдем? Мы идем гулять в... Как это называется, вот эта вот улица? Мы идем по райкому. А, по райкому, да. Ну мы сейчас пойдем в Комитас. Хотим там несколько магазинов зайти и в одно кафе. Если получится, а я думаю, что да, мы тогда уже снимем оттуда видосик. Да ладно, Оля, ты давай. Все.